Приветствую, подписчики канала, фанаты марки, любители диагностики BMW. Итак, сегодня такой вопрос: как настроить Bluetooth на автоком? Довольно такой распространенный вопрос, для начинающих составляет большую проблему это. Многие не знают, как настроить, и сейчас я вам покажу. Так, вставляем Bluetooth в компьютер. Ждем, пока Bluetooth определится, настроятся драйвера. Так, оборудование настроено, готово к работе. Так, и нажимаем добавить устройство Bluetooth. Так, здесь мы нажимаем устройство установлено и нажимаем далее. Идет поиск устройств Bluetooth. Так, ну и вот нашлось устройство автоком. Нажимаем далее. Здесь нажимаем выбрать ключ доступа самостоятельно. И здесь вводим пароль. На китайских автокомах существует три вида паролей. Это либо 4.0, как на версии, которая есть у меня, либо 4 единицы, либо 1, 2, 3, 4. Вот эти три вида паролей. Нажимаем далее. И происходит соединение с головой автокома. Так, соединение произошло. Запоминаем компорты Bluetooth. Исходящий компорт нам нужен. Компорт 7, чтобы протестировать, как автоком подключился. Так, нажимаем готово. Запускаем автоком. Заходим в настройки, установки оборудования. Здесь нажимаем вручную и выбираем наш COM7. Нажимаем тест. И как мы видим, все настроилось. Bluetooth нашел голову автокома, определил его иденты, серийный номер и так далее. Так, ну вот, в принципе, на этом закончим видео. Думаю, все понятно, как настроить Bluetooth в автокоме для начинающих диагностов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Ну и кто желает, вступайте в закрытую группу по диагностике BMW.